Степка со Степанидой. Пришли, всех разогнали. Все, своих детей кормят. Смотрите, какие большие уже гусятки у них. О-о-о, побежал, видели как? Опа! Подальше их всех отгоняет. Никого не подпускает. Ага, Гошка с Матильдой все равно идут сюда. Смотрите. Оп, оп, оп. Опа. Ага. Молодец. Степа, молодец. Сейчас из пруда всех выгонит. Поедят и будут купаться. Да. Ну, а как иначе? А вон серая с белой. Серый с белой стоят. Видите? Ждут. Не подходят. О-о-о-о-о, Степанитка побежала. Дала понять, чтобы не подходили. Дети едят. Дети едят. Вот, скорее всего, вот эту пару мы будем держать долго. Степку со Степанидой. Так же, как и Гошку с Матильдой. Живут у нас уже очень долго, давно. Так и Степку со Степанидой. Уж очень они заботливые родители. И то, что Степка злой, мне тоже нравится. Он всех гоняет. И вот я думаю, может быть, ему гусыньку какую-то бы присмотреть. Ну, еще одну. Потому что он за кнопочкой, я помню, бегал дополнительно. Все, пошел купаться, видели? Опа. Степка пошел. Сейчас всех выгонят оттуда. Вон охранник, видели какой? Все. А Гошка бежит, Гошка. Ну ты что отгоняешь-то? Дети наелись. О, видели? Всех выпроводили из пруда. Все, Гошка бежит, сейчас поедят. Гошка с Матильдой ждали долго. Ешьте, не оглядывайтесь. Вон там идет целая орава. Сейчас прогонят вас. Ешьте, ешьте быстрее. Вон, видели, сколько их идет? 5 штук больших инкубаторских. Видели? Инкубаторские стоят, ждут, когда Гошка наесться. И серый продвигается. Серый с белой. Ага. Идут, идут, идут. Куда идут? А, сейчас прогонят Гошку. А самое интересное, знаете, в чем заключается суть вся? Каждого гуся, ну, каждую пару, хозяин кормит на своих местах. Там, где они ночуют, там, где они живут.
и они не едят там. А вот в эту кормушку лезут все, понимаете? И это так интересно, что вот стоят в очередь, ждут, гоняют друг друга, но именно вот до этой кормушки. А ведь у всех на местах есть еда, представляете? Нет, здесь видно интереснее, здесь лучше. И достается-то им здесь помалу совсем. Вот такие вот они. Я не знаю, какие это. Вредные они или какие. Нет, это не вредность, конечно, но просто интересно, почему так получается. Ну, в общем, пятерка вон она ждет. Видели, вокруг хрена ходят. Гошка с Матильдой выглядывают. Ага, ждут. Серый это тоже отчаянный вот этот. Это большой серый. У них нету гусяток в этом году. Но они очень хорошо ходят сейчас с Мартином и Кнопочкой. И с ихними гусятами. А где-то я их и не вижу вообще. Они там за стайкой, наверное, гуляют. Вон они, красотульки пошли, не дождались. Вот, а Степка купается. Степке хорошо. Они наелись и купаются. Вот так у нас утро проходит. Гошка не наелся. Возвращается. О, стоит в очередь, ждет. Ой, гуси вы мои, гуси. Вон Степкина выходит из пруда. Все, они накупались. Сейчас снова к кормушке пойдут. И знаете что? Все убегут. Гусятки будут доедать еду. Да. Сейчас Степка... Вот, видите, уже все. Белая пошла и серый пошел. Все. Они знают... Вот, видели? Ну, они знают, что лучше не связываться. Это же Степка идет. О, и гусачок туда побежал. Зачем пошел? Теперь орет. Да, да, твои родители-то вот они. Иди, иди. Вон, видите, зовет Батяня. Батяня, Степка зовет маленького. Они удивительным образом различают крики своих родителей. Да, вот он пришел. Красавчик. Вот Степанитка и гусятки едят. А Степка охраняет. Вот поэтому у Степки со Степанидой такие хорошие, крепкие гусятки. Они правильно выполняют свою миссию родителей. Покупают детей, поплавают. Потом обязательно на кормежку их ведут. Опа, Степка поплыл. Прыгнул. А, видели, как легко выпрыгнул. Молодец, Степа, молодец. А все гуси ушли в огород. Да. Сейчас и Степка уйдет. Сейчас они доедят все и уйдут. А он пятерка возвращается. Не наелись, нет.
Сейчас выгонит. Вот видели, что делает? И к нему бегут гусята. Смотрите, ждут, стоят. Думают, что им оставят еду. Нет, им ничего не останется там уже. Он, Степка, вылазит из воды. А с ним малыш.